Приветствую, друзья. Ко мне часто обращаются люди с вопросом, как помочь близким своим, ну, друзьям, родителям, может быть, брату, сестре, другу, потому что мы, говорит, получаем от вас помощь, а как нам помочь, пожалуйста, помогите. Ну, ко мне обращаются, чтобы я помог. Я в этом случае задумался, потому что слишком много просьб. И поэтому я, во-первых, говорю, а вы своим примером покажите, потому что, когда они видят, так они говорят, поэтому к нам и обращаются. Ну, вот какой-то замкнутый круг. Ну, вот смотрите, друзья, у нас есть инструмент, который не требует прикосновения, не требует лекарства, специально сделан для интернета. Он называется «Целебный ролик. Помоги себе сам». Он давно уже мной поставлен, проверен уже там за 2-3 года. Сколько он, я сейчас посмотрю, когда он поставлен. Он поставлен, уже набрал там 326 тысяч комментариев под этим роликом, 1200. Там подробно объясняю о двух главных методах ключа, ключевом дыхании и ключевой волне, которые напрочь стирают негативные эмоции и дают возможность организму восстанавливаться. Ну, потрясающий ролик, мне самому нравится, несмотря на то, что когда я его делал, вот сейчас уже время прошло, я его посмотрел еще несколько раз вот за это время, когда меня спрашивали. Немножко так медленновато, потому что я там подробно это как бы рассказывал. Но сейчас я вижу, что он как раз-таки для новичка подходит, который хочет именно системно, последовательно сразу получить результат. И для людей, которые уже видели его и не один раз видели, это повторение. Мне же там пишут, что мы как-то нам плохо, включаем ваш целебный ролик «Помоги себе сам». Слушайте, это хороший инструмент, между прочим. Прямо современный такой получается. Именно без лекарства, именно для интернета. И самое главное, ну вот такое, ну прямо скажу, хороший. Потому что все пишут, как это им помогать. Так я им говорю, так будьте для людей, для тех, кому хотите помочь, сами с собой примером. Когда они видят, что вы молодеете, что вы становитесь свободнее, раскрепощеннее, продуктивнее, более творчески, они видят же это. Так они говорят, поэтому и просят, чтобы вы с ними поработали. Ну, поймите, этот ролик вы можете просто взять как инструмент и им передать. Вот передайте этот ролик своим близким. Пусть они это попробуют. Когда они попробуют, у них снимется напряжение, стресс, потому что он подходит каждому. Он специально так и сделан, чтобы каждому подходил. Потому что там ключевое дыхание одна минута всего лишь. И волна, которая у нас инстинктивно возникает, когда мы каждый раз, задумываясь над чем-то, вот, допустим, мы с вами сидим, разговариваем, если вы обратите внимание на своих собеседников, вот, допустим, вы сидите, разговариваете, вдруг вы задали вопрос собеседнику, а как твоя мама? Он как только напрягся, он сразу начинает качаться. Вот обратите внимание, я это уловил, и на этой основе сделал этот целебный ролик «Помоги себе сам». Вот берите его и делитесь им. Это очень хороший инструмент помощи себе и своим близким. Да, делитесь. И сделайте это и по всем своим сетям, и по своим группам, и по своим каналам. Да, сделайте им такой оздоровительный подарок. Вы знаете, мне однажды один очень мудрый человек приходил ко мне в Центр защиты от стресса, когда я еще на Таганке был, и мне книжку оставил по здоровью. Я ему говорю, а что вы мне книжку-то оставили? Он говорит, я понял, это лучший подарок. Потому что, говорит, это не взятка, с другой стороны, про здоровье, и никто не откажется посмотреть. Правильно он сказал.
Мудрый был человек. Да, вот теперь я эту книжку и помню хорошо. А там, кстати говоря, впервые тогда у нас в стране стали писать о том, что огурцы полезнее мяса. Ну да, вот там писалось об этом, было такое время. Вот. Сейчас, конечно, я о диете не говорю, я не занимаюсь диетой, я не занимаюсь БАДами, я не занимаюсь лекарствами. Я помогаю человеку подобрать те действия, которые подходят лично ему. И поэтому ключ набирает все больше и больше и больше подписчиков, без всякой рекламы. Ну, у нас 188 тысяч, но это, конечно, учитывая, что это сделано без рекламы, что это сделано именно по такой теме, по которой пишут все, кому не лень. И людям трудно нас увидеть. Но все равно набираются, потому что вот такие вот контенты, которые мы выставляем, очень важные. Как целебный ролик «Помоги себе сам». А вы помните, как там у святых написано? Помоги себе, спасись, и вокруг тебя спасутся тысячи. Ну да, можете вспомнить, кто это говорил. Да. Это очень интересно. Все нормальные люди хотят помочь друг другу. Это правильно, это по-человечески. Я хочу вам помочь в этом, чтобы вы себе помогли и своим близким помогли. А этот ролик, условно говоря, волшебный, потому что он уже помог сотням-сотням людей. Они же мне пишут, иначе бы они меня не попросили, чтобы я помогал их близким. А теперь мы вместе помогаем вашим близким. Да. Поэтому делитесь этим роликом и сделайте так. Вот замечено в интернете, что если вы 9 дней подряд будете выставлять этот ролик, то люди все больше и больше будут обращать на это внимание. Я не специалист по распространению в интернете контентов, но я уже с этим столкнулся. Здоровья вам, друзья! Да. И пусть ваши люди близкие вам и даже далекие от вас, потому что это сегодня век интернета, и этот целебный ролик «Помоги себе сам», он так и называется, он из двух частей названия. Целебный ролик «Помоги себе сам». Целебный ролик, точка. «Помоги себе сам», точка. Да, давайте. И вы увидите, что вокруг вас люди начинают оздоравливаться, и у них начинает появляться светлое такое хорошее настроение. Как и у вас. Вот ко мне сейчас только сын звонил отца своего, который говорит, помогите ему. Ну, я, конечно, с ним поговорил, с отцом, но таких же отцов и родственников миллионы. Не потому, что я не могу с ними поговорить. У нас есть ликбез бесплатный, у нас есть вебинары. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на наш Telegram, подписывайтесь на наш Instagram, подписывайтесь на наш TikTok. Да, там под роликами все контакты. Вот, посмотрите описание, обязательно загляните. Да, ну до встречи. Будьте здоровы и любите друг друга. И все будет хорошо. Да, до встречи.